Аккордеончик Волкмастер. Половинка, 1/2. Здесь 5 рэп полноценных регистров, неповторяющихся. Сейчас мы проверим каждую клавишу на каждом регистре. На разжимание, сжимание меха. Переключается, кстати, отлично. Без проблем. Проверяем. Хорошо наверху. Хорошо работает фагот. Не западает, кнопочка тоже. Сейчас только все проверил. Кнопка спуска воздуха есть, меха, нажимаешь ее, и он спускается воздух. Мех чистенький внутри. Вот такие вот стяжечки меха есть, железные, не кожаные, которые отлетают.
и изнашиваются. А вот железные, раз, и они на пружинке так вверх, раз, и застегнул. С другой стороны тоже. Колесико вот здесь вот есть, регулировки ремня крутишь, убавляешь, прибавляешь под свою руку. Ремни широкие, детские, на мягком подкладе. Ну вот, внешний вид отличный. Красный перламутр, приятный такой цвет. Насыщенный красный перламутр. И есть жесткий кофр к нему, тоже в отличном состоянии. Ну, вот, хорошо для детей подойдет. Для обучения детей начальных классов. Ну и взрослым играть стоя хорошо. Легкий, компактный. Килограммов, наверное. Не знаю, ну сколько. Ну, килограммов 5 весит, наверное. Ну, где-то так. Может, 4,5. Вот, если понравилось, приезжайте, покупайте.